Итак, друзья, пока что данный ролик будет без монтажа по той причине, что у меня полетел SSD-шник. Вроде как его реанимировал, все нормально, посмотрим, что получится. Не уверен, что будет работать хорошо. Все программы не установил, с голосом проблема, заболел. Сегодня более-менее себя нормально чувствую. Вот, данный ролик для чего? Данный ролик для того, что я сейчас буду делать стримы на Твиче. То есть на YouTube я буду выкладывать только не стримы. На YouTube я буду выкладывать ролики определенных форматов. На стриме делать на YouTube пока что не буду. Вот. Так что буду. Что ли? Вот что называется, неделю не поиграл, даже на ботах не могу нормально размяться. Буду всех ждать на Твиче. Сегодня будет первая какой-то странный отклик еще от мыши. Вообще, что за дичь, да. О, чувака стреляю, не умирает. Ну, говорю, я еще заболел, поэтому такая вот чепушня будет, Владимир меня загасил. Вот. Так что буду ждать всех на Твиче. Милости прошу всех на Твич. Теперь трансляции будут там. Подписываемся на мой Твич канал. Ссылочка в описании. Под видео, на канале. Все, буду ждать всех там. Всем пока-пока.